И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Гласная буква У вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Внешне человек показывает практичность как ширму для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Эти люди должны изменить свое отношение к миру и обратить внимание не только на материальные, но и на духовные и интеллектуальные аспекты человеческого существования. Должны проявлять больше человечности, великодушия и понимания к окружающим. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Буква М в имени дает большую внутреннюю силу. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Звук К в имени твердый и колкий, при звучании настораживает, вызывает напряжение. Артистичная отстраненность в сочетании с прекрасной интуицией и гибкостью характера позволяет таким людям быть хорошими психологами. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Этому человеку важно найти свой собственный путь в жизни. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Владельцы этого имени всегда подумают, прежде чем начать действовать, но их действия в основном приводят к застою в делах. Считается, что если в имени присутствует буква С, то это признак властности и капризности. В своем отрицательном проявлении эти люди в нумерологии превращаются в лжецов и обманщиков. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Для таких личностей целью жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Активизирует воображение. Привыкли добиваться своего, поэтому обладает исключительным терпением и способны надолго затаиться перед решающим рывком. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.